Да, Сирана. Я уверен, это именно та Надо пещера. двигаться быстрее. Солнце не очень-то полезно для моей кожи. Ну, надеюсь, ты понимаешь. Да ты посмотри на меня, я вообще от солнца весь прячусь. Ладно, все. Посмотрел на небо, на дорожку. Здравствуйте, темная пещера. Здесь что-то не то. Будь осторожнее, у нас могут... Ой! Сирана, ну хватит бить паучков, они... Почему-то Сирану они все равно не любят. Или Сирана их не любит. Я думаю, сейчас даже камни меня не уничтожат. Хотя камни они такие, знаете, коварные. Давайте жить дружно. Идите, вам нечего здесь бояться. Что это? Я рыцарь-паладин Гелибор, Ауриэль, предпочитаю несчастных, которых вы... Я могу вам помочь за... Я прошу тебя убить родства. Это все преданные. Они напали на храм без предупреждений. Благаясь, они перебили всех. Он жив, но что-то не так. Оставить к тому же нападение на... Да. Позволь показать тебе. Ты там не тронула троллей? Я надеюсь. Это называется дорожное святилище. Их использовали для медитации и для перемещений. Я вот что подумал, нужно согреться. А что означает эта чаша в центре? После чтения мантр посвященный погружал церемониальный... Канарий, кстати, неплохо, в общем-то, сочетается с этой этериевой броней. Как будто для нее и создавался. Когда просветление посвященного завершалось, он приносил кувшин во внутреннее святилище храма.
После того, как посвященный выливал содержимое кувшина в священную чашу, он мог войти, чтобы побеседовать с самим викарием. И это только для того, чтобы потом все вылить? Как по мне, совершенно бессмысленно. Это символично. Нечего было и ждать, что ты поймешь. Ладно, займемся этим. И мы должны проделать всю эту ерунду, чтобы попасть в храм, убить твоего брата и заполучить лук Ауреля? Я знаю, как все это звучит. Но если бы был другой путь, я бы сам давно это сделал. Первое святилище находится... Всего их пять, и они довольно далеко от пещер. Но прежде чем я отправлю возле каждого, они позволят тебе Возможно, в противном случае, все, что я могу тебе предложить, это моя надежда на твое успешное возвращение. Вопросы? Ладно. Меня это не удивляет. Хватит языком чесать. Приятно, как я. В этом есть что-то успокаивающее. Мне как будто стало немного. Кто там? Кстати. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему. Можно заставить Фалмеров сражаться с их же корпусами. Куда это меня? Ну вот, а я только высох, согрелся. Нужно было с собой шлем взять, этериевый. Хотя нет, не шлем, а... Перк, что ли, на ночное зрение? Совсем уж мрачновато. Опять куда-то упал. Что-то мне подсказывает, что я... слегка заблудился. Опять этот щитовик. Так, сюда, наверное. Нет, не сюда. Выпустите меня уже на свет. Не люблю темные пещеры. Откуда?
Или нужно было колечко с иллюминацией прикупить. Я думаю, все равно ты сама справишься. Блин, этим... фалмерам-щитовикам только тролльфейса не хватает. Такие они. Сирана, ты знаешь, куда идти? Что-то не подсказывает, что я опять отсюда пришел. Выход был неподалеку. И ловушки. Смотри осторожно. Что бы ни было на другой стороне, но они не очень-то хорошо прячут тогда свои рычаги. Так, меня радует то, что выход из пещеры уже неподалеку совсем. Что, оленей сожрал? Ну, вообще-то к тебе никаких претензий. Ты же хищник. Нужно же тебе как-то выживать. Да. Хочешь почтить? Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое. И да осветит он твой путь к покою внутреннего святилища. Thank you.
Где ты вообще скелета нашла, Сирана? Да, с последним перком скорость перемещения, конечно, радует. Очень бодро можно бегать. Спокойно, зверята. Хочешь почтить, тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да ускорит он твое путешествие к внутреннему святилищу. Я бы не отказался узрить костер где-нибудь. Это что, очередное дорожное святилище? Интересно, куда это ведет? А вообще в этой долине даже посмотреть не на что особо. Какой большой страшный паукан. Но нет времени им любоваться. Холод гонит. Известно, холод и голод – главные стимулы к движению и жизни. Но я все же перекушу. Тебе хочешь почтить святого? Ауриэль благословляет тебя, дитя, ибо ты теперь на шаг ближе к внутреннему святилищу и вечной мудрости. Открывай уже. Все холода. Все холоднее и холоднее становится ведь. Что, пожалуй, сейчас будет главное развлечение всего похода. Брони-то не осталось, ну ладно.
Очень грустно, кстати, что от них согреться нельзя. Хотя казалось бы. Даже не высох. Все, не на что здесь смотреть, расходимся. Теперь хочешь почтить? Тогда вперед, дитя мое, и да укрепит Ауриэль твою решимость достичь внутреннего святилища. Может, отсюда можно как-то попасть. Хотя ладно. Недалеко уже и так. Где-то должен быть костер. Его даже вижу. Там всякие... Такие мерзкие фалмеры не дадут насладиться. Может, хотя бы высохну? Интересно, он справится там хотя бы с парочкой. Да, видимо, не согреюсь. Ну ладно, хотя бы высох. Смотрите-ка, он. Как славно снова сражаться в Тамриэле! Ну не знаю, я уже столько сражался, что хочется на покой. В свой уютный дом теплых ветров. К Лидии. Она наверняка что-нибудь вкусненькое приготовила. А я тут... Холоде, голоде. На краю света ношусь. Туда хоть. Yeah.
великанов морозных разводите, что ли? Проще было по речке добраться, по-моему. Низко пошел. Видать, к дождю. Да, по речке было раза в три, наверное, быстрее, чем вот так вот. Все равно как-то нашла способ срезать. Хорошо, что я доверяю. У него какое-то чудо-яд просто через все пробивает. Уже не первый раз. О да, искупнуться — это именно то, чего мне не хватало. Вообще плавать в тяжелой броне — то еще удовольствие. Очень медленно и грустно. Да что ты? Что ты делаешь, Фалмера? Ха-ха, прекрати. Нет! Ты. А. Видимо, пока я лежал, он успел мне камень примотать к ногам. Или что-то еще более страшное сделать. Коварные они существа, прямо скажем. Правильно, тролль, давай, карай их. Вместе будем сеять разумное, доброе и вечное. Я уже, правда, еле бегаю. Слишком холодно. При этом, при всем, тролль за мной все-таки, похоже, не успевает. Да. Тут, конечно, поаккуратнее стоит быть. С такой высоты я точно падение не переживу.
Яд какой-то очень уж долгоиграющий. Где-то здесь есть костер, это я точно помню. Для начала придется от всех избавиться. Вот где они. Там еще один есть. Мужчины на кулаках. Если, кстати, плотно заниматься магией изменения, при помощи заклинания трансмутация мускулов можно очень-очень сильно поднять урон с руки. Я даже подозреваю, что там вполне возможно ваншотить с кулака этих фалмеров. А может даже и не только их. Плюс еще перчатки зачаровать на рукопашный урон. А если еще и каджитом при этом быть. Правда, с невидимками, я думаю, будут некоторые сложности. Наверное, до утра нас подожду. Похоже, Сирана не догонит меня. Кому нужен молоток?
когда есть крики и собственные кулаки. А, особенно когда есть канарик. Тебе хочешь почтить святых? Да пребудет с тобой благословение Ауриэля на пути к внутреннему святилищу и окончательному просветлению. Привет. Я готов окончательно просветиться. Видела, что происходит? Эти фаулеры, они вмерзли в лед. Да, не будем. Интересно, давно они так? А я-то думала, в Каир не душ. То есть, по-твоему, это страшнее, чем в Каирне дождь, да? Ну, не знаю, не знаю. Ты всерьез надеешься завладеть луком Ауриэля? Именно этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Он что, обо мне говорит? А значит, как ни печально, я думаю, да. Мне от тебя больше нет пользы. А ты еще откуда? Оттягивайте собственную смерть. Берегись, он сейчас обрушит потолок. Я умер задолго.
мы выстоим, я точно знаю. Он там, наверху, на балконе. Пошли. Хватит, Виртур. Отдай нам лук. Да как ты смеешь? Я был викарием Ауриэля, девочка моя. Меня слышал сам бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гилиборам и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри мне в глаза, Сирана, и скажи мне, кто я? Ты? Ты вампир. Но тебя должен был защитить Ауриэль. И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауриэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауриэля мне не дотянуться. Но его влияние в этом мире в моей... Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауриэля. Кровь вампира, лук Ауриэля, это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента, крови настоящего вампира, крови дочери Холодной Гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью. Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим, есть ли в этой крови какая-то сила. А ты еще откуда? Вот так. Прощай. По-моему, раньше у него не было этой короны. Ладно, возьму на память. Покажу Лидии. Наверняка женщинам нравятся все эти эльфийские штучки. Итак, дело сделано. Восстановление этого дорожного Что? Понятно. Глубоко внутри я чувствую, потому что много времени прошло с тех пор. Вы рисковали. Я не могу. Если ты хочешь больше узнать о луке, или если тебе нужны для него солнечные стрелы, я с удовольствием помогу. Тебе стоит только попросить. Надеюсь, у вас все хорошо. Я был бы... Теперь, когда мой брат мертв, не нужно. Но и еще я полагаю, что Виртур не... Некоторые... И, конечно, я всегда рад. Говорят, нет равных этому лук-чер. Благодаря этому стрела вы... Вообще... Солнечные ожоги... Ну, если... Если, конечно, у тебя хватит безрассудства. Вообще... Если ты принесешь мне несколько хороших эльфийских стрел, я... Конечно. За один раз я могу сделать только 20 штук. Но я вижу, что в данном случае с этим он проблем сияет, не будет. Он сияет, но все же он прекрасен. Я думаю, если мы этого не сделаем, он Я давно... Это будет... Нет. Все закончится. Если мы... Нужно сначала вернуться к Израну и выяснить, что мы имеем. Готова спорить, он поможет нам парой-тройкой мечей. Я думаю, мы вдвоем справились. Не хуже.
Но раз уж женщина желает... Нельзя же ей отказать. Наконец-то открытое небо, свежий воздух, родной Скайрим. Ты рада, Сирана? О, что это? Что, я... Ладно, забудь, что я у тебя что-то спрашивал. Просто дети просто гуляют. Ничего необычного. О, да ладно, дракон еще где-то остался. Только лошадь не тронь. Пожалуйста. По этому поводу можно даже наконец можно глотнуть свежего воздуха, Фукс. Как обещал, я научу тебя первому слову разрыва души. Ри. Сущность жизненной силы так светло. Не понимаю, как ты это переносишь? Сирана, у нас вообще-то разговор был важный. Так, ждем. Тюр! Я чувствую. Эй, куда он пропал? Выполнено. Позволь мне выполнить свое. Прими последнее слово разрыва души. Сон. Не жизнь, начинающаяся, когда душа оказывается запертой внутри мертвого тела. Мог бы и душ подкинуть.
Нужно до драконьего моста добраться. Вижу цель. О, тихо. Аккуратно. Лошадка без резких движений. Еще один дракон. А, или это Дюрнивир летает? Медведь? Успокоительное для животных. Ты же не против, что я тут посижу? Рядом с тобой. Видимо, посидеть придется дольше, чем... я планировал. Все равно, что это было. Но выглядело эффектно. Подвести. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчалим. Кто там? Мы должны добраться. Хорошо, что я доверяю своему слуху. Интересно, что имперцам нужно от меня? Хотя, странный вопрос. Действительно, почему имперец хочет убить Норда? Засада. Кто там?
Ну вот так и знал, что это еще аукнется. Я читал сказания, не сам, но что насчет сера, но полагаю, позволь, я обращусь к Страже Рассвета, и мы выступим. Люди должны знать, что удача все-таки улыбнулась. Всем собраться. Пойдем, у нас не так много времени. Слишком долго мы позволяли вампирам отравлять ночь и убивать наш народ. Торжественный момент все-таки. Теперь у нас есть способ отплатить им той же монетой. У нас есть лук Ауриэля. Мы должны действовать. Сами боги благословили нас. Настало время положить конец Харкону. Нечестивому пророчеству. Мы нападем на их логово и уничтожим этих мерзких тварей, чтобы они не смогли осквернять. Это наш бой, и это наша судьба. Настало время Стражи Рассвета убить чудовищ! Вставите ему болт между глаз! Теперь мы отправимся. Собери вещи и отдохни как следует, друг мой. Встретимся перед замком Болтиха. В Савангарде отдохну. Будь начеку. Разберусь с засадой. Не хотелось бы, чтобы где-то вампиры оставались после того, как мы наведаемся в замок. Теперь на душе будет намного спокойней. Подвести. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Грустно, что повозки не ездят прямо к замку Валхиар. Логично, но грустно. Босс бы хоть что ли построили.
хочешь на... Куда плывем? Залезай, отплываем. Хороший клинок. Ну что, в последний бой? Теперь точно последний. Вперед, друзья. Что там упало с неба? Что за дело такое интересное? Пардонте. Потеряли парочку бойцов, судя по всему. Сирана, моя милая, я смотрю, ты не оставила привычку держать питомцев. Ты знаешь, зачем мы здесь? Разумеется. Ты разочаровываешь меня, Сирана. Ты пренебрегла всем тем, что я дал тебе ради этого жалкого существа. Ты дал мне? Ты в своем уме? Ты уничтожил нашу семью. Ты убивал других вампиров, и все из-за какого-то пророчества, которое мы даже понять не можем полностью. Хватит тебе. Ты не тронешь его. Я смотрю, у дракона есть клыки. Даже не договорили.
заходи давай. Я заставлю небеса потемнеть! Что, Сирана, не жалко? Ну, вот, дело и сделано. Папашку-то. Пока не знаю. Вероятно, я пока останусь со Стражей Рассвета. Они достойные воины и полагают... Конечно, если ты планируешь и дальше путешествовать. Не-не, у меня уже есть... У меня есть Лидия. Да, пожалуйста. Итак, зверь уничтожен. Кроме того... Лук Ауриэля теперь в надежных руках. Теперь его сохранность станет задачей Стражи Рассвета. Пророчество никогда не должно сбыться. Скайрим обязан тебе. Пусть этих вампиров больше нет, но битва не окончена. Когда мы вернемся в форт, у нас снова будет много работы. Мы будем рады, если ты присоединишься к нам. Я подумаю. Хотя нет, я даже думать не буду. Я хочу на покой. Что ж, теперь я думаю точно все. Закончились славное похождение воина на Эраквиме 1.8. Самые веселые места, конечно же, были Лабиринтиан, Кайрон Душ, Скулдафон, Черный Предел. Харкон как был слаб, так и остался. Может, когда-нибудь это Огер исправит. В общем, итоговый 42 уровень, 18 свободных перков. Химия нужна, пожалуй, в первую очередь вот этого перка. Хотя 100 здоровья не так, чтобы прям очень-очень. Но вообще она в течение в начальной игре помогает сильно. В общем, качать определенно стоит. Взлом, в принципе, можно не прокачивать. Ничего такого особо ценного. С помощью него не заработать. Другое дело, что мне, например, просто приятно взламывать все. Да и очистив какую-нибудь пещеру, остаться у экспертного сундука, смотреть на него не очень приятно. А в целом можно без него обойтись. В двуручном оружии
общем-то, только до эксперта достаточно прокачать. Вот эти все три последних перка уже абсолютно не нужны. Два здесь. Три здесь. Ну и вот эти два. И все. В общем-то. Даже можно, в принципе, без блокирования. Но тут всего два перка, поэтому почему бы их не взять? Тяжелая броня, понятно, здесь все перки полезные, приятные вообще. Вот, собственно, все, что может пригодиться из навыков. Плюс, конечно, желательно как можно больше слов силы узнать и изучить, чтобы неплохо так сократить время отката криков. Впрочем, это опять же критично только в каверне душ, когда приходится очень часто два подряд крика использовать. Тоже замедление времени с шепотом ауры. Ну и камень лорда, конечно, must have. Уже где-то с середины игры. Впрочем, можно бегать с ним и со старта. 15 сопротивления магии. Это очень ощутимо. Ну и канарик, конечно, абсолютный must-have. Это примерно то же самое, что для мага архимаговская мантия. Если не прокачивать кузнечку, то очень сложно выжить в том же Кайроне при максимальном входящем уроне. Что ж, на этом все. Пожалуй, отправлюсь в Айтран. Буду печь пироги и рассказывать Лидии о своих приключениях. Наверняка ей будет интересно. Да-да-да, я в этом уверен. До новых встреч. Пока, правда, не знаю где. Благодарю всех за просмотр.